Всем огромный привет, IKEA, город Екатеринбург. Итак, распродажа до 19 января или пока не закончится товар. Давайте посмотрим, что же участвует именно в этой распродаже в зимней. Пакет закрывающийся, 25 штук, цена 79 рублей, обычная 149 рублей. Очень удобный пакет, и закрывашки многоразовые, то есть закрывается вот эта часть плотно. И тут же печенье, это тоже. Нет, печенье по самой низкой цене, шоколадное. Начинка 99 рублей. Кракста, темно-сине-зеленый комплект столов, две штуки. Сейчас можно приобрести за 5000 рублей, обычно 5500. Красивый насыщенный цвет, темный такой, да? Получается еще белый, тоже со скидкой, вернее светло-бежевый. Цветочная душка за 79 рублей, обычная цена 99 рублей. Кстати, к ним мешочки тут же можно приобрести. Написали новинка. А, нет, новинка это не пакетики. Странно, пакетики. Да, нет, разноцветные, сошли 3 штуки. А прицепили к пакетикам. Просто пакетики мы уже покупали, такие точно не новинка. Возможно, только цвета были другие. Да, так уже было. Фейка, 3 штуки в горшочке, 200 рублей. Вообще такие все мелочи, просто пока идем, рассматриваем. Так, стоп, да нет, да, все правильно. А вообще, интересно, Пакс Тиссидаль распродается, Пакс, серия Тиссидаль распродается. Посмотрим, что там. И Винтер 2021, да, пока еще. Тоже участвует в зимней распродаже. А это пока сопутствующие. Что можно приобрести? Еще там коврики интересные, Дрёна тоже. Итак, бант 129 рублей за 400. Сразу же видите, как еще Новый год, сам праздник наш именно не прошел, Новый год, Рождество, уже можно приобрести со скидкой. Рулон оберточной бумаги 3 метра за 99 рублей, вот в разложенном состоянии. Ну, это обычная бумага, то есть никакой там супер-пупер обработки или какого-то там икеевского фирменного стиля нет. Далее чехол на подушку, тоже 99 рублей, размер 50 на 50, очень плотно. Это, по-моему, просто хлопок, да, 100% хлопок. Она здесь опять пришили, чтобы, не дай бог, не украли. Санелла. Чехол на подушку 300 рублей. Обычная цена 600 рублей. Темно-коричневый цвет. Размер 50 на 50. Тут же Паэнги. Паэнга Глосси, кожаная обивка, 14499, так, за 16 тысяч рублей. А, наверху в белом цвете то же самое. На эти кресла, помним, действуют 10 лет гарантии. Так, получается, здесь комбо, да, светлая основа, темный, сама сидушка, наверху все светлое, рядом все темное, цена одинаковая, 14500. И здесь, получается, комбо, светлое основание кожи. И каркас кресла, он темный. Да, табурет для ног, он идет без скидки, не участвует в распродаже за 7000 рублей. Напоминаю, что распродажа только для членов клуба IKEA Family. Есть карточка, есть скидка. Лак 2400. Обычно цена 3000 рублей. Черный цвет. Белый. О, так это распродается только черный и белый, который две штуки в комплект входит. Белый и черный. Я думаю, что и черный, и белый нет. Смотрите, вот это комбо за 2400. Здесь же еще посмотрим. Чехол на подушку. Тоже все осенние мотивы тоже попали в эту распродажу. 500 рублей. First Quail. Цвет оранжевый. Та же самая серия. Здесь только идет орнамент. Лист черный, оранжевый. 319. Это все хлопок.
Так, может, не совсем актуально, но, тем не менее, подарочные пакеты 25 штук, 300 рублей. Обычная цена 1000 рублей. Это в отделе свет. Светодиодный потолочный светильник с Валис. Вот такая форма. Это неровный круг у него. Такая произвольная форма. 2000 рублей. Хорошее рассеянное освещение. Подходит для больших зон. Тоже участвует в распродаже. Самая низкая цена этой коробки 49 рублей. Папис. Серия Папис. Так, коробка с крышкой Тиена. Ой, отсвечивает. 329 рублей. Обычная цена 500 рублей. Это в сложенном состоянии. В собранном состоянии 32 на 35 на 32. То есть она большая и плотный картон. Цвет именно такой синий. Ну, он больше ближе к голубому. Так, еще другие бантики тоже другой цвет. В самом начале мы смотрели, там красные были, здесь синие. Плюс идет подарочная упаковка для бутылки. 200 рублей за две штуки. Интересно. Очень интересно. Это клейкая лента вообще-то. 79 рублей тоже со скидкой, в принципе. Один, да, цвет у нее, да. А что за для бутылки? Это что-то другое. Так, еще тоже веревка 99 рублей за 100 метров. Участвует в распродаже. Из крупной мебели модуль на колесах 8000 рублей. Обычная цена 13. Роворор серия 100 на 115. Цвет черный. Это все сталь должна быть. Да, сталь, эпоксидное порошковое покрытие. Глубина 40 сантиметров. Максимально 20 килограмм. Сейчас раз, два, три, четыре. И еще колеса сразу в комплект входят. Дальше шкаф Кликскульт 25 на 25, опять металлический, за 1000 рублей. Тут еще, по-моему, у них разные цвета. 25 на 25, не вижу, нет, только белый. Больший размер пока не участвует в распродаже. Не очень интересно, но тем не менее, консоль Пресгульт тоже со 150 рублей. Это вот. Наверное, такие детали мало кто ждет, чтобы купить на распродаже. Покупается сразу, когда полка приобретается. Еще одна консоль, 100 рублей, цвет белый, 18 на 24. А вот что касается полки, интересно, но скидка небольшая. Бергскульт, полка, сама полка 700 рублей, консоль 150. Немножечко всего лишь 100 рублей скинули. Белый цвет. А вот она, легендарная, легенда, короче, бестселлер Дрёна, 249 рублей. И так, это тоже, по-моему, еще другой цвет. А вот еще голубой, тоже 249 рублей. Тоже участвует в распродаже. Но так написано было на сайте, как будто они задают ее за бесценок. А на самом деле минус 50 рублей. Итак, Верт, высокий шкаф, размер 140 на 55 на 180, белый со стеклом, 17 190, прежняя цена 18 500. Подойдем к нему поближе. Он не такой высокий, да, 180 сантиметров, белое матовое основание, стекло, черные ручки, полки не из стекла. Можно на стопе зафиксировать и посмотреть, что и что. Каркас Хопхус, Опхус, полки, ножки. В общем, тут такой винегрет, что если есть желание приобрести, то лучше воспользоваться услугами консультанта, если не через интернет. Уходим. А, если по составу интересно, тоже это ДСП, ДВП, стекло, бумажная пленка. ДСП ламинат меламин опуса. Кстати, двери тяжелые. Хлопает. То есть, кажется, он такая невесомая пушинка. Нет. Весит и хлопает. 55, в принципе, нормально. Он широкий.
Декоративная подсветка стролом 500 рублей. Вместо было 700, да. Можно использовать лампочки. Можно использовать батарейки. В общем, батарейное питание или аккумуляторы. В таком распакованном состоянии. Лурвик домик для кошки тоже сейчас со скидкой. Он легко вставляется в стеллаж Коллакс или как самостоятельно, но он без крышки, без всего просто. Здесь картон, ткань. Вот такая вот расцветка веселая. Шкаф-витрина Рудстам 42х37х155. 6000 рублей. Цвет светлая бирюза. Сталь, стекло. Украшения лошадки 6 сантиметров, 2 штуки, 99 рублей. Можно использовать, например, как для украшения стола. Черное и белое. Очень оно тяжелое. Что у нас тут? Стекло. Более такая новогодняя расцветка, рулон оберточной бумаги 9 метров, 200 рублей. Обычная цена 400 рублей. Беленая. То есть 3-3-3. Рама без стокен 99 рублей. Только на стол можно, только на поверхность можно поставить. Не так давно два стола от Поля были помещены в уцененные товары, причем состояние у них было вообще нормальное, хорошее. А сейчас же они в распродажу попали, 3899, мы сейчас смотрим зеленое подстолье у него. И только оно, да, белого, а это столешницы нет на складе. А получается что? Что сама там столешница 2300, а вот подстолье 2300. Вообще вот классно, да, сказала. Цена должна быть 1600 с карты IKEA Family. В общем, надо тоже обратить внимание. 4600 сейчас практически сколько скинули? Тоже надо посчитать. Лучше надо отходить, пока не затормозило, не зависло совсем. Ну, в общем, обратите внимание, в Поле зеленые ножки. Еще один рабочий стул, рабочая лошадка. Хатефьель 12, было 14 цена. Смотрите, у него основание белое, колеса очень мощно, регулируется высота. Обивка гунарет серый. Десять лет гарантии. Здесь уже идет другая обивка, смидик черный, и смотрите, имеются подлокотники. Инготорп, письменный стол, 8000 рублей. Обычная цена 10000 рублей. 73х50. Две откидные столешницы. Видите, здесь одна поднята, одна опущена. То есть стол становится еще больше. Можно увеличить размер, если есть такая необходимость. Плюс такие резные ножки и выдвижной ящик. Максимально 127, минимально 73. Подкладка на стол Рисла 2000 рублей, обычно 2200.
Елена Вита, всего за 199 рублей. Не забудьте, как... Да, кстати, серия Омберлик тоже со скидкой идет. Это сотейник с крышкой. 900 рублей, не 19. Вот этот сотейник. Приглашаем вас на обед в ресторан «Икея». Нержавеющая сталь, высота 7 сантиметров. Можно мыть в посудомоечной машинке. Двадцать 8 сантиметров сковорода той же серии без крышки, 800 рублей. Тоже смотрите, толстое дно. Но она, в принципе, не сильно тяжелая, даже левой рукой ее можно держать. Но тем не менее вес есть. Банка. Но не крышка, только банка. Крышка отдельно 210, это бамбук. А банка 149, обычная цена 200 рублей. Это IKEA 365 плюс, ровно 1 литр. Зашли в самую мою любимую кухню-гостиную. Смотрим здесь метод Бурбин. Это серия для кухни, кухонная мебель, тоже участвует в распродаже до 19 января. Белый цвет, сейчас посмотрим, какая скидка. Смотрели так в целом. Теперь смотрим, что здесь. Обычная цена 223 367, это идет за размер 288 на 248. Но здесь видите и каркасы, и фасады, и мойка, и смесители, сифоны, столешницы, ручки, петли, панели, карниз, цоколь, ножки, ящики уже включены. Скидка небольшая, но тем не менее. Лучше, конечно, издалека смотреть. Вот про что идет речь. Сам Бурбин здесь тоже, да, скидывает. Да, здесь тоже идет скидка, она небольшая, но тем не менее. Здесь высота 163. Прочие размеры, каждый ящик надо тут отдельно выводят. Бутылка 99 стала логотип IKEA, так она 200 рублей. У нас такую бутылку у детей украли, когда они занимались. Мелочь, да, обидно. Уважаемые покупатели, для вашего удобства работает экспресс-касса на входе в магазин «Джо». Вокс сковорода 32 сантиметра, она огромная, 1000 рублей. Здесь тефлон, можно почти на все варочные панели. Мешок для белья 149 рублей, для стирки их здесь 3 штуки, они на замке. Эфтерсмак цвет черный СВЧ 45, было 50. Да, это именно СВЧ печь, встраиваемая техника. Тоже смотрели, что в нашей IKEA есть. Вот такой формат у нее. Она огромная. Защита для детей, вернее, от детей, не для детей. Пять лет гарантии. Есть такой разделитель для среднего ящика. Он сейчас стоит 500 рублей. Так, 1000. Выглядит он таким образом. Вот это. Крепится. Сама вот эта перекладина, разделитель, акриловый пластик, крюк, пластик,
пластмасса и каучук, алюминий. Корзина Рисоторп 25×26×18, 400 рублей. Цвет такой оливково-зеленый. Ну, тут они, вот они. До серии зимней такое украшение, да, пока для подарков. Никакой посуды пока еще не попадалось. И, скорее всего, она будет в следующей части, чтобы не перегружать данное видео. Как раз там будет посуда постельная. Здесь у нас что? Поглощает звуки 200 рублей. Это ковриковый ящик. Такой плотный. 300 рублей идет за больший размер. 50×96, 50×48. Так, рейлинги не участвуют, не участвуют. Нет, здесь тоже нет. 700 рублей Кюре, ярко-красный цвет. Такая треугольная табуретка. Еще синий тоже за 700. Здесь идет фанера из березы, березовый шпон, морилка, прозрачный акриловый лак. Экономия пространства, можно друг на друга составлять. Зеленый не участвует. И белый не участвует. Только, в общем, два цвета. Подушка на стул. Випер, такой красивый цвет. Очень красивый, 400 рублей. Хотя, знаете, был 400, теперь 349. Это ситечка, силикон, 79 рублей. Знаете, со временем он у меня стал открываться. Очень неудобно стало закрывать заварку. И все высыпается. Ну и мелкая заварка, если некачественно, то тоже вся просыпается. А так сама задумка классная. Вот, собственно говоря, как. Здесь тоже открыто. Со временем она не туго. Очень сложно, чтобы туго ее закрыть. Надо постараться. Омберлик также участвует и кастрюли с крышкой. Цена на них 900 рублей. Обычная 1300. Тоже до 19 января или пока есть товар в магазине. Подставка для бутылок с ручками 300 рублей, так 600 рублей. Смотрите, ее не только для бутылки, можно для такие вот аксессуары. Вот видите, щетка, дозаторы, ну и та же бутылка. Барстат серия. Цвет черный, это просто сталь идет. Сталь, ручка, массив бука, прозрачный акриловый лак. Да, еще интересно, вот распродажи, что Лего участвует. Бюглек серии, это Лего контейнер с крышкой. Так, стоп, это Лего контейнер, то есть не Лего конструктор, а Лего контейнер. А Лего конструктор идет 1200, то есть коробка идет 700 рублей. Где вот они тут? Вот, вот это вот. За 700 рублей. Раз, два, три. А сам конструктор 1200. Где 201 деталь. Уважаемые покупатели, приглашаем вас в кафе Икея Чиабатта с маринованным лососем. Давайте в этой части посмотрим тесседаль, а именно каркас кровати. 22 тысячи рублей, так 27. И уже попрощаюсь с вами. Скидка неинтересная. Тесседаль вся серия в распродаже. Размер спального места 180×200, цвет белый. По факту тесседаль отличается своим дизайном. То есть вы можете обустроить свою комнату всю. Взять тесседаль, кровать, тумбочку, шкаф. Все будет в едином стиле. Что-то хуже или лучше сравнивать это глупо. У всех разные вкусы, предпочтения и так далее. Поэтому если вы первый раз включили и смотрите Икею, то тут выбирайте сами.
А что, не буду говорить, что вот Тисидаль классный, покупайте только эту серию. Здесь, смотрите, идет. Что-то он не хочет. Вот, массив бука, акриловая краска, боковина ДВП, акриловая краска, изголовье ДВП, массив бука. И размеры тоже можно зафиксировать. Да, изголовье у него шикарное, классно, у этого каркаса, просто шикарное. Иногда, правда, не хватает такой высокой части кровати. Так, на этом все. Остались вопросы, задавайте. Я вас приглашаю в следующую часть. Посмотрим, что еще участвует в распродаже. До новых встреч и пока-пока!